Самые значительные достижения на пути создания жанра натюрмортной живописи были сделаны в конце 15-го столетия, когда появились первые чистые натюрморты. Все они были реверсами религиозных композиций. Одна из наиболее ранних таких картин – натюрморт с черепом Рогира ван дер Вейдена, написанный на оборотной стороне левой створки его знаменитого триптиха семейства Брак. Натюрмортная группа здесь состоит всего из трех предметов – щита с гербом, семейства Брак и символа бренности человеческой жизни, черепа и осколка кирпича. Все эти вещи обрамляет рама, вдоль которой тянется написанная по-французски эпитафия. «Смотрите же все, гордые и жадные. Мое тело было прекрасно, а теперь оно корм для червей». Еще в 16 столетии в Голландии широко распространились богословско-нравоучительные наставления, проповедующие идею всеобщего равенства в смерти, уничтожившей все проявления земной несправедливости. Тема смерти, чрезвычайно важная для христианской культуры, приобрела в годы религиозной войны и революции особую остроту для голландцев, искавших в Библии ответы на вопросы о сущности жизни и смерти, и о месте человека в окружающем мире. Слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета, сует», — сказал Экклесиаст. «Суета, сует, все суета». Книга Экклесиаста, глава 1, стих 2. «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа». Глава 1, стих 14. «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа, потому что во многое мудрости и много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Глава 1, стих 17-18. Свою лепту в развитие темы «суеты-сует» внесла и голландская поэзия XVII века. В стихотворении «Зима жизни» Якоб Кац писал: «Дряхлеет старый млад, и дальний, и соседний. Все вещи рушатся от первой до последней. Все меркнет, падает, и в этом скрыта весть. Однажды кончится все то, что в мире есть». Распад содержится во всех предметах сущих, в дворцах и крепостях, и в городах цветущих. К основам всех основ, к опорам всех держав, зри смертный, смерть грядет, пятую их поправ, да не войдешь в соблазн, и до иных не вводишь, единожды явясь, единожды уходишь». Thank you.
Дословный перевод «натюрморт» – «мертвая природа» отражает его основные принципы – изображение предметов обихода, окружение человека, неодушевленных, неживых, мертвых предметов. Однако первое название этого жанра – «still living» – «неподвижная натура», «тихая жизнь». Художники уходят из изображения божественного, начинают всматриваться в материальный окружающий мир. У натюрморта быстро появляются собственные приемы и формы изображения. Картины наполняются символами и аллегориями. Ванитас становится первым самобытным ярким ответвлением натюрморта с четкой тематикой. Оно, пожалуй, лучше всего выражает дословность «натюрморт». Перевод с латыни – «суета», «тщеславие», а само название из библейского стиха Экклесиаста – «суета, сует, все суета». Главный посыл зрителю – напомнить о тщетности бытия, быстротечности жизни и иллюзорности земных благ. Именно об этом говорят предметы и символы, которые художник выбирал для своего натюрморта. В ранних работах писали череп в свечной или книжной нише, обязательно в центре композиции, строго анфас. Он как отражение человека через призму смерти. Это в прошлом живая голова, символ конца, отмеренных лет. Еще более символично то, что первые ванитас писали на оборотах портретов, то есть они были другой стороной живого человека на полотне. Быстро став самостоятельным жанром, уже к 1550 году ванитас имел мрачные, почти монохромные цвета, строгое изображение небольшого количества вещей. Самыми же ранними из известных самостоятельных образцов этого философско-нравоучительного натюрморта были, по-видимому, две одноименные картины «Мертвая голова», упоминаемые Карлом ван Мандером в своей книге, вышедшей в свет в 1604 году. Первая из них, написанная Абрахамом Блумартом, находилась в начале 17 столетия, пишет Мандер, у известного любителя искусств Якоба Розета в Амстердаме. Вторая, кисти Якоба де Гейна-младшего, как сообщает он далее, теперь находится у Ренье в Амстердаме. Первая
из этих картин не сохранилось, и судить о ней можно лишь по гравюре, говоря словами Мандера, превосходного и знаменитого Яна Сандредама. Что касается второго натюрморта, то лишь одна из известных картин этого типа, исполненных Якобом Дегейном-младшим, «Суета-сует», хронологически соответствует промежутку времени до выхода книги Мандера в 1604 году. Изображает она поставленный в стенную нишу череп. На лицевой стороне медали, прикрепленной на стене у левого угла ниши, отчеканены, судя по надписи, профили древнегреческих философов, живших в V веке до нашей эры, Гераклита и Демокрита. Над черепом парит большой мыльный пузырь, сферическая поверхность которого в искаженном виде отражает часть невидимого зрителю интерьера мастерской художника. Thank you.
В верхней части ниши на капителях, фланкирующих ее пилонов, помещены скульптурные изображения женской и мужской фигур, а на замковом камне свода ниши выбита латинская надпись «Humana Vana», которую можно перевести как «человеческая суета напрасна». Этот девиз позволяет понять символику фигур, из которых первая, словно предупреждая об эфемерности мыльной сферы, указывает на нее пальцем, а вторая, как бы размышляя о чите человеческих деяний, в раздумье оперлась головой о согнутую в локте руку. Справедливость латинского изречения подтверждается изображением черепа, символа смерти, пересекающей добрые и злые человеческие деяния, и мыльного пузыря, выражающего трагическую судьбу природной материи, обреченной исчезнуть в водовороте бытия.